Вторая половина июля, а значит, пришло время обмениваться дарами. На языке сапотеков этот ритуал называют галагеца, и под таким же названием вот уже 83 года проходит красочный фестиваль в мексиканском городе Оахака. Яркие костюмы и традиционные танцы демонстрируют различные индейские народности. Фольклорный праздник неизменно привлекает тысячи зрителей, в том числе и туристов. Гилагеца – это сосуществование и братство между регионами штата Оахака. Во время этого грандиозного праздника мы пользуемся возможностью, чтобы показать наши традиционные наряды, нашу продукцию, наши танцы и песни. В рамках фестиваля в городе пройдут парады, выступления танцевальных групп и оркестров. Будут представлены ремесленные изделия. Праздник стал своеобразным продолжением старинной традиции индейцев обмениваться продуктами, напитками и сувенирами. Такой ритуал в доиспанский период помогал развивать отношения между разными этническими сообществами. В Оахаке их насчитывается больше 10. Здесь очень интересно, много культуры. Мы очень рады, что приехали насладиться фестивалем. Раньше мы смотрели его в интернете, но на этот раз у нас появилась возможность приехать, и мы очень довольны. Штат Оахака примечателен тем, что в нем проживает более 50% всех индейцев, населяющих Мексику. Треть жителей говорят на различных индейских наречиях. При этом 5% индейцев вообще не знают испанского языка.